Дагестан увеличит экспорт продукции в Беларусь. Об этом говорили на рабочей встрече вице-премьеры Ризван Газимагомедов и Нариман Абдулмуталибов с белорусской делегацией. Белтаможсервис – крупнейший логистический оператор, который занимается перевозками грузов по России, в том числе железнодорожным транспортом, рассказал руководитель компании Вадим Бабарикин. В ходе встречи обсудили и укрепление торгово-экономических связей между Беларусью и Дагестаном. Гостей заинтересовала местная продукция – натуральные соки, мясо, рис, урбеч, мед, чай, а также винно-коньячная продукция. Говорили и о возможности закупки белорусской сельхозтехники для Дагестана. Сельхозтехника из Беларуси традиционно востребована по краю республики, что дает нам рассмотреть возможность создания дилерского центра в Дагестане. Уверен, сейчас мы находимся в уникальной точке развития отношений между нашими регионами. Результатом предпринимаемых совместных шагов станет рост экономических показателей, увеличение укрепления торговых и гуманитарных связей. Мне очень было приятно, что вы возделываете рис, нам это тоже очень интересно в нашей стране. Очень приятно то, что вы производите, мы даже не знали, и виски у вас есть завод производства. Очень высокий уровень продажи, мы его видели, линейка, это всех тихих, игристых вин, это нас очень удивило. Я рад, что вы вышли на такой высокий уровень, да, и по качеству, и по цене вы сегодня заставляете очень хорошую линейку для того, чтобы представлять ее в нашей стране.